В столице наблюдается усиление транспортного потока на 10-12% по сравнению с неделей ранее. Хаотичное движение транспортных средств вызывает пробки. В конечном итоге мы можем видеть, к примеру, на улице Юсифа Сафарова 10-15 автобусов ждут в пробках. Это приводит к увеличению времени ожидания пассажиров на остановках. С 1 мая возобновлены штрафы за незаконную стоянку и остановку. Выписано 48 295 штрафов, но эти штрафы пока не оформлены, поскольку выписаны во время пандемии.